Портреты Джорджини являются своеобразным синтезом идеального и живого конкретного человека. Один из наиболее характерных – его замечательный портрет Антонио Брокардо. Портрет Антонио Брокардо создан художником Джорджини предположительно после 1508 года. В картине художником, безусловно, точно и ясно переданы индивидуальные портретные особенности благородного юноши. Но они явно смягчены, подчинены образу совершенного человека. Непринужденно свободное движение руки юноши, энергия, ощущаемая в полускрытом под свободно широкими одеяниями теле, благородная красота бледно-смуглого лица, головы, склоненной на крепкой и стройной шее. Красота контура упруго очерченного рта, задумчивая мечтательность, глядящего вдали в сторону от зрителя взгляда. Все это создает полный благородной силы образ охваченного глубокой, яснопокойной думой человека. Мягкий изгиб залива с недвижными водами, молчаливый гористый берег с торжественно спокойными зданиями образуют пейзажный фон, который, как всегда у художника Джорджини, не унисонно повторяет ритмы настроения главной фигуры, а как бы косвенно созвучен этому настроению.